волшебная сказка приходит оттуда, где в небе рождается новое чудо, где звезды на землю глядят с высоты и слушают наши мечты. Ну, наконец-то, запоздалый путник. А я уж думал, сегодня никто не придет. Добро пожаловать в хижину звездочета. Проводи, Фотон. Привет. Конечно же, это не отель. Но и здесь найдется все, чтобы отдохнуть с дороги. Горячий чай, мягкое кресло и удивительные истории старого чудака. Сегодня прекрасная ночь. Вы ведь пришли взглянуть на звезды. Как нет? Разве вы не знаете, что если не смотреть на звезды, можно разучиться мечтать? А эта штука посерьезнее ангины. Не верите? Нет. Все ясно. Поколение технологий. Вероятно, вы даже не в курсе, что среди звезд живут феи. Взгляните сюда. Звезды дарят свет нашим сердцам и гаснут, если люди забывают смотреть на небо. Однажды на очень хорошей планете, где взрослые счастливы были и дети, с природой в гармонии жил человек. Настал технологий продвинутый век. Эврика! Смотрите, какая отличная штука! Нам новую жизнь подарила наука! Поможет все знать и повсюду успеть! Сверхмощный компьютер, всемирная сеть! Конечно, он сможет, он все подытожит. Довольно уже по течению плыть! Пусть сбудется это событие века! Сверхразум на службу идет человеку! Изменит он все и научит нас жить! Я знаю, все вы рады, мои друзья, со мной повсюду рядом. Они должны жизнь вашу сделать краше, но им нужны аплодисменты ваши. Шарабуда! Мы суперзвезды, ликуйте, господа! Шарабуда! Теперь мы вместе с вами навсегда! Развлечься настала пора, выучить главное новые правила, чтобы запомнилась наша игра. Мы объявляем эру развлечений. Пускай уснут тревоги навсегда. Всех выскочек поставим на колени. Чего роптать, когда есть вкусная еда? Забей на все, что жить тебе мешает. Но бойся нашу дружбу потерять. Мы суперзвезды, это каждый знает. Мы к вам пришли светить и просвещать. Шалдабуда. Под самым носом подкралась к нам беда. Мы суперзвезды, ликуйте, господа. Погасли звезды на небе, господа. И все непросто, раз мы пришли сюда. Пока не поздно, гоните их отсюда навсегда.
случилось, что вместо великого технологического переворота жители планеты лишились звезд над головой. Темнота стала проникать прямо в сердца. И прогнать ее могло разве что чудо. Вот только без этого. Люди и так перестали смотреть на небо и уставились в мониторы, где засели эти якобы суперзвезды. Не нужны стали ни цветы, ни кошки с собаками, ни даже светлячки. А звезды между тем продолжали гаснуть. Увы, это не птица. Опять лягу спать голодным. Добрый день. Мне очень жаль, что я не захватила с собой ничего съедобного. Но поверьте, я очень спешила. Вы это мне? Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно. Я ведь фея. А вы, если я не ошибаюсь? Я кот, я очень одинокий кот. Когда-то звался я Мурмот. Теперь зовусь я просто Брысь. Зовусь я Кыш и отвяжись. Ах, этот мир лишён основ, раз так не любят в нем котов. Да, с тех пор, как погасли эти маленькие яркие кружочки на небе, мир здорово изменился в худшую сторону. Мяу. А вы к нам, простите, надолго? Нет-нет, мне нужно срочно найти здесь мечтателей, чтобы загорелись волшебные свечи. Если этого не случится, звезды никогда больше не засияют. Мечтателей? На земле? Желаю удачи. Люди уже забыли, что существует такое слово. Не может быть, а дети? Дети? Эти маленькие злобные существа, которые только и знают, как швыряться обломками кирпича и выливать прохожим на голову кисель. Можете сами на них полюбоваться. А мне пора. Мяу! Приближаться не рекомендую. Обедать по часам. Ассистент, инструменты. Ах, погодите, погодите. Вы на глаза ее взгляните. Она боится, это значит, она вот-вот сейчас заплачет. Слабакам здесь не место. Кто не с нами, тот против. Это кукой невеста, от таких нас воротит. Быстро ножницы в руки и за дело, приятель. А иначе ты будешь называться предатель. Hmm.
Панк! А, стой! Ай! О, и оно мне надо. В руках вспыхнуло волшебное пламя. О чем ты мечтаешь? Я просто Саша. Не хочется, чтобы люди снова стали добрыми. Это возможно? Люди изменились, потому что 6 чудовищ на 6 поднебесьях поселились над землей. Эти самозванцы называют тебя звездами, но сеют в душах одно лишь зло. Если ты не побоишься сразиться с ними и донесешь волшебный огонь до 7-го неба, настоящие звезды возродятся, а мир снова станет прежним. Простите, а это не мог бы сделать кто-нибудь другой? Я маленький и одинокий. И еще я потерял очки. Очки не нужны тому, кто разглядел душу куклы. Ты больше не одинок. Меня создали красивой, только как мне стать счастливой? Ведь в груди моей напрасно бьется сердце из атласа. Неужели кукла Эля никогда не повзрослеет? Нет, ни друга, ни подружки от того, что я игрушка. Бонжур, меня зовут Эля. Мерси, что спасли меня от этих грубиянов. Сама из тряпок, платье драное, а воображает о себе, как порочистая. Наверняка блохастый. Мурмот, Эля, немедленно помиритесь. Вам нужно помочь мечтателю спасти звезды. Мечтателю? Как здорово! У меня тоже есть мечта! Глупость какая-нибудь розовая. А вот и не розовая, то есть не глупость. Я мечтаю стать настоящей девочкой. Я же говорил, глупость. Если уже мечтать, то о подвиге. Чтобы все тебя уважали, боялись и кормили, как настоящего героя. Мяу! Выходит, у всех есть мечта? Тогда в путь! Нам надо успеть до заката. Есть настоящая сила в отваге, в жажде мечтать и в умении любить. Если забыть о сомнениях и страхе, пламя заветное не погасить. Пусть нам помогут волшебные свечи. Пусть возродится в сердцах доброта. Пусть самозванцы от страха трепещут, мяу! Пусть вас в пути окрыляет мечта! Нет, кто бы мог подумать, невероятно! На земле нашелся не один, не два, а целых 3 мечтателя! Значит, у планеты появился шанс! Да ладно, о чем я? Какой такой шанс? Один из мечтателей — мальчишка, потерявший очки, с ним кот да кукла! А ведь путь к 7-му небу преградили 6 ужасных поднебесий. Подсвечник нужно пронести через царство праздности, лени, зазнайства, жадности, хамства и трусости. Осторожно, Фотон. Зло часто носит маски, а ловушки бывают такими привлекательными. Ничего себе!
Даже лап не видно. Быть может, мы давно уже заблудились в этом тумане? Да нет же, смотрите, впереди что-то светится. Понял. А где же эти коварные чудовища и неведомые опасности? Эти головастики, что ли? Ха, да я покид одним щелчком! Еще что за петрушка? Привет, привет, привет! Добро пожаловать на Первое Поднебесье, в империю игр и развлечений! Здесь исполнятся все ваши самые заветные желания! Надеюсь, вы в курсе. Руки, чтобы хлопать, ноги, чтобы топать, а голова, чтобы кружиться от удовольствия! Да! Поднебесье наше, не жизнь, а благодать. Без денег и со стажем умеют зажигать. Здесь будни не наступят, здесь праздник навсегда. Не жизнь, а супер-пупер, здесь я суперзвезда. Давно понять пора, что наша жизнь игра. Мы с ночи до утра поем и пляшем. Приходим рано, заходим в каждый дом. На всех телеэкранах играем и живем. Мы в шоу и рекламах мелькаем каждый час. И господа, и дамы, все без ума от нас! Вот это да! А мы точно не на седьмом небе? Я так люблю танцевать. Побудем еще немного. Немного? Оставайтесь насовсем и будете жить играющим, припевающим. А как же звезды? На моем небе звездами становятся абсолютно все, и я среди них самая яркая. Эта игрушка простая и сложная, может исполнить она невозможная. Все, чего хочется или мечтается, в этой игре непременно случается. Больше не нужно дерзать и тревожиться, ваши таланты сейчас приумножатся. Сбудутся ваши мечты без труда, если останетесь здесь навсегда. Wow!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тебе не понравилась моя игрушка? А разве твоя чем-то лучше? Зачем тебе эта вещь? Она даже не блестит! Отдай ее мне! Это волшебный подсвечник. Он зажигает звезды. Тогда он мне нужен? Я очень люблю зажигать! Верно, ребята? Вы заколдовали моих друзей. Немедленно все исправьте. А разве твои друзья чем-то недовольны? Разве они сами этого не хотели? Вот теперь они настоящие звезды. Разумеется, в своем воображении. Это неправильно. Каждый должен быть самим собой. Иначе разглядеть настоящие звезды никогда не получится. Глупости! Не хочу даже слушать! Но почему бы мне не сделать моим друзьям выгодное предложение? Я предлагаю сыграть в мою игру. У вас будет целых 3 попытки. Если выиграете, вернете свой облик и до свидания. А если мы проиграем? Тогда подсвечник мой. Что нужно делать? Выбирайте, красное или черное. А может быть, ваше счастливое число 0? Я чувствую, сегодня кому-то очень повезет. Надеюсь, что на этот раз сама игра рассудит нас. И сделать ход пришла пора. Ведь жизнь игра. Давай, игра. Крути-верти. Любому может повести. Раз все поставлено на кон, обратно нет у вас пути. Обратно нет у вас пути. Удачный случай так и ждет. Кому на дно, кому на взлет. Кому-то выпадет джекпот, а остальным наоборот. Остальным наоборот. Нечестно. Честно. Моя игра, мои правила. Следующий ход. Однако вам сегодня фатально не везет. Осталась последняя попытка. Может, дадим шанс милой даме? Да. Какой смелый выбор! Один шанс из 37! Итак, ваше число абсолютный ноль! Кому-то выпадет джекпот, а остальным наоборот! Остальным наоборот! Нет! Аю! Нет! Простите, но нам пора. Мы выиграли. Вы должны расколдовать Мурмота и Элю. А вот и нет! Я все переиграл! Для вашей же пользы! Вы навсегда останетесь в моем королевстве, потому что это лучшее место на свете! Это неправда. В вашем королевстве обманывают. А еще оно довольно глупое. Извините, но я так думаю. Не смей говорить это слово! В Разгулянде оно запрещено! Ты сломаешь нам праздник! Но я действительно так думаю. Прекрати! Ты развалишь мое королевство! Здесь свои правила, и если их выполнять, можно веселиться вечно! А зачем веселиться вечно? Это же скучно. Если правило неправильное, его надо отменить. Есть важнее на свете правила: думать, верить и любить. Просто чтоб счастливым быть, нужно дружбой дорожить и друзей не предавать, а еще уметь мечтать.
мечтать. Важно, чтоб счастливым стать, думать, верить и мечтать. Не устанем повторять, думать, верить и мечтать. Нет! Думать, любить, мечтать. Вам отважные друзья, вы совершили чудо, не побоялись сказать нет безделью и глупости. Но пять моих сестер все еще томятся в плену. Дарит нам праздник волшебное слово, солнечный луч и сияние звезды. Праздник приносит нам снова и снова день, что встречаем с улыбкою мы. Праздник, любимая книжка и песня. Праздник, когда с тобой рядом друзья. Праздник тогда, когда жить интересно. И забывать нам об этом нельзя. Глаза, обдумывая, каким коварным бывает зло. Стоит с ним заиграться, и тут же превратишься в бестолковую козявку. А нашим героям нельзя расслабляться после первой победы, ведь впереди их ждет очень сонное поднебесье. Какое приятное поднебесье. Где хозяин? Надо бы его победить. И где испытания? Я хочу их испытать. Здесь может быть опасно. Не нравится мне эта тишина. Эй, тут кто-нибудь есть? Тише, не шумите. Я здесь. Бабушка моя, баюшка, всегда рада дорогим гостям. Простите, мы вас сразу не заметили. А почему на вашем поднебесье так пусто? А зачем здесь чему-то быть? Все, что нужно, можно получить во сне. Не суетитесь, прилягте. Отдохните с дороги и увидите, что никуда не стоит торопиться. Мы бы с радостью, но нам надо спешить. Мы должны спасти звезды. Я знаю. Вы не случайно попали ко мне. Больше спешить вам не надо. Ваших забот, ах, позабудьте.
Батарям! Вы там заснули, что ли? Привет, Карлуша. Я тебе не Карлуша! Я Великарл! Не смей присвоить себе подсвечник! Он ты мой! Ты глуп, Карлуша. Подсвечник тебе не поможет. Еще как поможет! Мне он нужнее, чем вам всем вместе взятым! Как только не попадут они ко мне! Не попадут к тебе, Карлуша. Они уснут здесь навсегда. Это нечестно! Если бы они сначала попали ко мне, а не к этому клоуну! Вы ведь это понарошку. А ты что не спишь? Дети должны спать мертвым сном. Тогда они никому не мешают. Я пока что кукла. А куклы никогда не спят по-настоящему. Зачем вы хотите забрать наш подсвечник? Не догадываешься, фарфоровая голова. Чтобы проклятые звезды не мешали спать вашей совести. Как же так? Саша, Саша! Все хорошо, Эля. Ох, мы победили. Проснись, Мурмотик, здесь очень опасно. Сосиска. Зря стараешься, их уже не разбудить. Ах так, ну тогда держитесь. Эля, не плачь, кто тебя обидел? Ах ты, рваная подушка! Усыпить нас задумала! Разорву! Немедленно замолчите! Не терплю шума! Вы распугали моих пилинок! Как нам туда попасть? Да! Я знаю дорогу к седьмому небу! А еще к восьмому, девятому и какому угодно! Я велик и мудр! И я помогу вам в обмен на сущую безделицу, которую ты, мальчик, держишь в руках.
Ну как, договорились? Но если мы отдадим вам подсвечник, как же люди снова увидят звезды? А зачем им это? Они ведь могут видеть на экранах меня! И я главная звезда Поднебесья и согласен царствовать день и ночь для всеобщего блага и ликования! Мне с детских лет недаром так нравились фанфары. И звездная дорожка мерещилась во сне. А на дорожке этой награды и конфеты и прочие букеты слетали все ко мне. И вот я стал взрослее, сильнее и мудрее, все круче и серьезней, и популярней стал. Спешите, смотрите, завидуйте, соврите! Ваш новый повелитель сегодня правит бал. Мальчишки и девчонки за знаки и подвизы, без паспорта и визы вы оказались тут. Для тех, кто любит звезды, срывать легко, как розы. Я был звездой и создан. Всех любят вас и ждут. Всех любят вас и ждут. И все-таки мы не можем отдать вам подсвечник. А ты хитрый мальчик. Подойди-ка поближе. У меня есть для тебя выгодное предложение. Стой! Не туда! Я с другой стороны! Мы, Великарл Первый, правитель и самодержец Третьего Поднебесья, милостиво награждаем наших гостей титулами великих освободителей звезд и назначаем их своими главными почитателями! А теперь забирайте награды и давайте сюда подсвечник. Ну, это нечестно, ведь мы еще никого не спасли. Да какая разница? Простите, но нам кажется, пора. Нет, вы не можете так уйти! Эй, лизуны, арестовать их! Зачем вам наш подсвечник? Ведь он помогает только мечтателям. Ты думаешь, глупый ребенок, раз я велик, то у меня нет мечты? Я открою страшную тайну! С его помощью я наконец-то стану хозяином всех шести поднебесий! Да нет! Господином неба! Властелином мира! Меня так и знаете, великим самым величайте и трепещите, прославляйте! Ваш высокий начальник всего лишь решил полетать. А ну, быстро за ним! Этому выскочке ужасно повезло. Его мечта сбылась. О нем знают все астрономы мира и спорят, откуда же на солнечной орбите появился еще один астероид. Да еще такой дурацкий. Не желаете? Не жадничай, Фотон. Гость с дороги. Наверняка у него жуткий аппетит.
Да и нашим путешественникам уже не мешало бы подкрепиться. Как странно. Кажется, я только что видел летающую тарелку и чайник. Может быть, время пить чай? Мяу, по-моему, время как следует подзаправиться. Полундра! Прямо по курсу большая еда! Некоторым легко советовать, им есть никогда не хочется. А у меня сейчас голодный обморок будет. Успокойся, Мурмот, здесь не для нас приготовлено. Для вас, дорогие мои, все для вас. Добро пожаловать на четвертое Поднебесье. Ешьте, да пейте, ах, пейте, да ешьте, сластей не жалейте, сытуху потешьте. Все те, кто отведают кушанье эти, забудут любые заботы на свете. К чему вам стремиться куда-то отсюда? Я жду вас на самое главное блюдо. Пора вам усвоить мой главный урок. Как сладко урвать пожирнее кусок. Угощайтесь, гости дорогие. Чем богаты, тем и рады. Спасибо. А почему бы не угостить ваших музыкантов и поварят? Они кажутся такими голодными. Вот еще! Пусть работают, бездельники! Тили-тили тесто, нечестливое место на бесплатный каравай. Рот пошире раздевай. Угощайся, малыш. Нельзя. Почему? Каждого, кто съест хоть крошку с этого стола, хозяйка потом слопает. Какая аппетитная девочка. А почему она ничего не ест? Мне кажется, это пирожное. Не сладкое. Не может такого быть. Сами попробуйте. Вот видишь, очень даже сладко. Мурмот, Саша, эта ненасытная тетка съедает каждого, кого угощает. Фу, надо же, какое коварство! Да у меня после этого случится сосисочная аллергия! Да, с этим надо что-то делать. Разгромить здесь все, чтоб ни нам, ни врагу! Нет, у меня есть идея получше. Не бойтесь. Вы это заслужили. Здесь на всех хватит. Мяу. Yeah!
Да как вы? Да что вы, да я вас! Ты посмела меня обмануть, негодяйка! Да я тебя в блин сверну! Вот вы как! Ну так берегитесь! Всех проглочу! Здесь все мое! Ну надо же! А я-то думал, что лопнуть от жадности — это просто фраза такая! Никогда больше жадничать не буду. Честное кошачье. Мяу! Жадность жестока и так некрасиво, но с ней бесстрашно расправились вы. Знайте, чтоб жадилось мило счастливым, целого мира не хватит, увы. Жадному жалко и снега зимою, жадных, признаться, мне попросту жаль. Жадиной быть не пристало герою. Жадности с радостью скажем прощай. Ошибок. Вот поймать бы этих писателей! Ловко мы их цапали! Сейчас наш наглюк им задаст! Вот будет потеха! Ну что, порезвимся? Хозяин, они разрушили главную башню. Покажи им, где бяки зимуют. Не понял. Это правда? Да это же просто куча мусора. Тут ты понимаешь, куча мусора. Да это же произведение паскудства. Мы команда озорная. Шкодим стеклы пьем, за собой не убираем и на чистое плюем. Нам чихать на этикет, круче места в мире нет. Здесь ты можешь делать все, что ты хочешь, все, что ты хочешь, все, что ты хочешь. Между прочим, вот нам дело до прочих, не дело до прочих, не дело до прочих. Будь крутым и с нами вместе, бей своих, пугай чужих. Здесь на пятом поднебесье просто сказка, жизнь. Здесь ты можешь сделать все, что ты хочешь, все, что ты хочешь, все, что ты хочешь. Между прочим, нет нам дела до прочих, нет дела до прочих, нет дела до прочих. А если кто против, то сказка схлопочет. Не понял. Простите, но мне показалось, что здесь принято поступать как хочешь. Мне захотелось вас пнуть. Чего?
ты знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебя сделаю своим глянным хулиганом! Мне кажется, ты способный. Я тебе научу всему, что умею. Бить из-под тишка, курить, ругаться по-настоящему. Давай пни теперь ее. А, извините, но девочек обижают только трусы. А курить вредно для здоровья. Чего? Да ты! Да я вас! Измажу! И забью! Задражню! Не понял? У тебя что, от страха червяк уехал? То есть это, червяк поехал? Простите, я просто вспомнил о козле, который испугался улитки. Так, по-твоему, я козел? Вовсе нет. Эта история совсем о другом козле. Но вам ее знать незачем. Ты давай рассказывай, а я сам решу, что мне чем, а что нет. Ну, тогда слушайте. Жил козел, бодай-бода, до колена, борода. Всех бодайка обижал, каждый перед ним дрожал. Он от них пинал ногами, а других пугал рогами. И никто на целый двор дать не мог ему отпор. Нормальный пацан. Курил? Конечно, курил. И от этого у него были очень плохие зубы. Но одна улитка смела вдруг сказала: надоело, не боюсь козлиных рожек, у меня рога есть тоже. А бабайка, бе-бе-бе, ты же мелочь, где тебе? Вот молодец, отбри малявку. Но улитка не зевала, упражнялась, подрастала. И в конце концов она стала ростом со слона. Потянулась, обернулась и бодайки улыбнулась. Мамочка, сколько же у нее зубов? 25 тысяч, как у всякой обыкновенной улитки. Идет улитка рогатая со всеми плохими ребятами. То маленьких бьет, на чистое придет. Загадка ведет, тех она заберет. Подай, подай. Подай, подай. Подай, подай. Мама! Так нелегко дать отпор хулиганам. Счастливо вас я поздравить, друзья. Не стоит сражаться на равных. Грубостью грубость исправить нельзя. Слабого рады обидеть лишь трусы. Добрый и смелый не станет грубить. Хам! Он обычный слабак или лузер. Верьте в себя, чтобы сильными быть. Ужасно невоспитанная компания. И ведь всегда так. Сначала хулиганят, а чуть что — мама, помоги! Что ты говоришь? Хуже мышей. Ну не надо так. Мыши — прелестнейшие создания. Я как раз получил письмо от наших новых жильцов. Дорогие соседи, приходите на кофе с пирогом, мыши. Спасибо. Непременно зайдем. А ведь многие их боятся. Страх велик и многогранен, потому что у каждого он свой. Как здесь темно. Нечего трусить. Мы, кошки, видим в темноте не хуже, чем днем. Мяу. Не бойся, Эля.
Осталось последнее поднебесье, и у нас есть волшебные свечи. Я знаю, Сашенька, но вдруг они погаснут? Вот было бы страшно. Ничего особенного. Всего лишь ветер. И вообще, здесь никого нет. Значит, и бояться нечего. Мяу, а это еще кто? Куда это мы идем? Я бы не доверял такому подозрительному типу. Перестань, Мармот. Симпатичный крольчонок, словно из страны чудес. А куда он нас заведет? Ты подумала? Может, в пасть дракона? Хорошо, хоть кролики не кусаются. Нет, ну вы видели? Это же хищный кролик! Спокойно. Это всего лишь кролик, а не пугало какое-нибудь. Вот я видел одну картинку с пугалом. Так. Из-за вас не успею донести волшебный подсвечник на седьмое небо. И люди не увидят больше звезд. И что мама очень расстроится, если я не вернусь. Мама, говоришь? Браво, мальчик. Я разгадал твой самый большой тайный страх. Это страх за близких.
А ну-ка, кот и девчонка. Сашенька, только ты ничего не бойся, пожалуйста. Открою вам секрет один. Я понял раз и навсегда, что вы прям суперзвезда. Так разрешите вам служить. Я понял, как мне надо жить, чтоб в жизни обрести успех. Я должен быть страшнее всех. Мурмотик, не надо! Разве ты не хочешь, чтобы тебя любили? Нет! Я хочу, чтобы меня все боялись и уважали! Не забывай, что я хищник! Но ведь тогда с тобой никто не станет дружить! И не надо! Будут кормить и бояться! Я так уважаю господина страха, что сам готов ему рассказать про свой главный кошмар! Мне даже неловко в этом признаваться, но я с детства больше всего боюсь мышей. Как это забавно. И ты думаешь, трус, что я тебя пощажу? Готовься. Сейчас ты испытаешь самый большой ужас своей жизни. Нет! Даже не наелся. Отвык я от такой еды. Молодец, Мурмот. Как ты до этого додумался? Голос кроме, мне иначе. Возможно, я из рода кота в сапогах. Ну, кто на очереди шепелявая? Ужасно! 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 Ужасно смешно! Жаль, что нет возможности пересматривать это бесконечно! Какая блестящая игра, какая выдумка! Воистину, смех продлевает жизнь! Но, кажется, в нашей истории наступает очень серьезный момент. Маленькие герои, вы прошли все 6 поднебесий. Чтобы быть такими сильными, нужно иметь доброе сердце и верить друг в друга. Страшно порою, любому бывает. Трус убежит без оглядки назад. Но настоящий герой выбирает верить в успех и не видеть преград. Смелого сердца нет в мире сильней. Oh,
победили! Вперед, мои отважные мечтатели! Вы доказали, что достойны войти в волшебный портал. Знайте, что если загадать в нем свое самое заветное желание, оно непременно сбудется. И я смогу стать настоящей девочкой. А я получу медаль, и меня будут уважать поварихи. А я смогу вернуться домой? Конечно, все это возможно. Но помните, портал исполнит только одно желание, самое главное. Идите же, скоро рассвет. Время настало открыться порталу. Пусть вас к победе ведут за собой мудрость, настойчивость, искренность, щедрость, верность, отвага, любовь. Пусть люди снова увидят звезды. Пусть дети станут добрыми. И пусть на земле никогда больше не разучатся мечтать. Молодцы, мечтатели! Это и было ваше самое главное, последнее испытание. Закончилась эта странная, но поучительная история, случившаяся много лет назад. Не знаю, сумел ли я убедить вас, что чудеса случаются и в наши дни, но взгляните на небо. Тому, кто не разучился мечтать, кто ценит любовь и дружбу, и чье сердце открыто свету, звезды исполнят любое желание. И пусть оно будет добрым. Разумеется, я как раз об этом хотел рассказать. Но сказать, конечно, надо, что работал я с командой. Мальчик Саша, кукла Эля, нет друзей моих смелее. Кукла Эля, мальчик Саша, круче нет компашки нашей. Мурмот, ты опять хвастаешься? Я уже почти закончил. Я секрет один
открою. Каждый может стать героем. Просто надо быть отважным, сильным, добрым и бесстрашным, умным, ловким, осторожным, стройным, верным и надежным, честным, скромным и к тому же... Мурмот, ты опять? Да все уже.